Всем привет, с вами Коба, и сегодня я буду играть под твинком, чистый аккаунт, без админки, без всего, буду развиваться вместе с вами. Не регистрируйтесь на мой ник, потому что я сам хочу зарабатывать деньги. Вот, велосипеды мы скоро уберем со спавна, чтобы автобусники возили. Но это когда онлайн будет 100+. А онлайн будет, уж поверьте мне. Скоро Слава закажет пиар. В общем, я давно хотел, то есть, с самого открытия снять вот это вот... Вот такие летсплеи начать снимать. То есть, они будут очень часто. Буду я играть под этим аккаунтом только на съемку. Ник Антонио Кабалера у меня. До этого выхода видео в свет, так сказать. Все будут меня считать фейком, естественно. Никто ж не знает, что это я под твинком. Вот, в общем... Единственное, что я сделал не на съемку, это получил паспорт. Сейчас. Вот, кстати, где получать паспорт. Вот у меня он уже есть. Вот. Вот паспортный стол. GPS. А, у меня нет его, ну ладно. В общем, давайте для начала поработаем на очень прибыльной профессии. Но к тому же очень опасно. Это вам не на шахте там добывать камни и все. Здесь можно утонуть реально. Эта профессия называется водолаз. Сейчас мы до нее доедем. Находится она вот в ЛС, вот здесь вот. У GPS она... Ну, у новичков нет GPS, поэтому... Не смогу вам сейчас его показать. В общем... будет много летсплеев вот таких вот. То есть я буду достигать всего сам с твинка. Ну, большую часть, конечно, буду играть под админкой, но снимать под админкой, вы сами понимаете, это бред полный. Поэтому этого не будет. Все, мы припарковали свои велосипеды, чтобы их не украли. Правильно. Главное нам сейчас заработать денег. И поедем мы, сдадим на права, и на этом, наверное, летсплей закончится. Поедим давайте. Бедет. Так. Что тут, кстати, обычно дофига людей. Сейчас никого нет. Но онлайн 30, под вечер набирается 50 человек. Так что нормально. Играть, так сказать, можно. Так. Все играют с FPS лимит 20, чтобы быстрее плыть. Я в этом смысла не вижу. Потому что, ну, это, конечно, быстрее, но не так, не очень значительно. Это вот самая опасная ракушка. Можно не выплыть. И все. И задохнуться. Вот у меня плохой очень худ, ребят, на самом-то деле. Потому что я не вижу, видите, ХП. Ну, то есть, состояние. Ну, то есть, под водой сколько у меня, насколько я могу воздух задержать еще. Я этого не вижу, поэтому у меня тут все... Приходится делать так. Наугад. Я, то есть, могу в любой момент умереть. Это очень плохо. Сейчас подожду. Давай, давай, давай. О, смотрите, ныряет как. Нифига себе, грузится там. Капец. Все в масках, что-то капт у них, походу, сейчас будет. Хотя кого-то скоптить. 3-2. Блин, опять в этой. Ракушки спавнятся рандомным образом. Тут есть 3 комбинации их спавна. Вот. Ай-яй-яй-яй. Фух. Не, мне страшно, реально, ребят, страшно, что я сейчас утону и все. И не получу деньги. Сейчас опять сюда. В общем... Ну ладно, собираю сейчас 10 ракушек. И все, и поедем на права сдавать. Блин, мне реально страшно, тут очень глубоко.
Давай, давай, давай. Фух. Вроде бы плыли. Ой. Ой, сори, пока написали. Вот, видите, FPS лимит парень поставил. Не знаю, мне не нравится, это полный бред. Это даже... За это, в принципе, можно варнить. Но я даже не знаю. Ну, по сути, это же... Не знаю, как легальный чит, что ли. Но это, конечно, очень тупо. Но я думаю, мало, честно. Да никто, я думаю, тут все с FPS лимит 20, так что... Всех, весь сервер, что ли, варнить за это? Нет. Гоняйте так, ребят. Ну, мне пофиг, я буду так с FPS лимит 90. Все, последняя ракушка. Сейчас главное не утонуть, это будет вообще... Да пишет и пишет. Пишет и пишет. Так. Блин, а? Все, да. 2000 долларов, ребят. Нам это хватит на первое время. Капец, как надолго. Все, едем в автошколу. Хотя давайте заедем. Да лол! Хватит флудить мне там. Извините, пожалуйста, в следующий раз буду закрывать. Да давай, ты чё, блин? Что-то он не хочет у меня ехать быстро. Ну ладно. Ну, то есть, видите, 2000 долларов за буквально 5 минут. Если сейчас так поработать, то можно 100к накопить на изи. То есть 12 раз по 2000. А, ну нет, 100к не заработаешь. Ну, 30, 40, 50к. Если еще GPS этим. Ой, то есть с FPS лимит. Так, давайте GPS навигатор купим. Мобилу давайте приобретем. Номер телефона. Занят. Тут все номера заняты. Ну, естественно. Тут, кстати, уже зарегистрировалось более 700 игроков. Поэтому это вообще очень круто. Ну ладно, давайте будет 1, 2, 3, 4, 3, 2. Не, бред полный. Ой. МГС соблюдаем. Два, два, шесть, два, два, один. Ну, вот так вот пусть хотя бы. Или подождите, мы... Ну ладно, все. Тут все забиты, я уверен. Самые плотные. Так. Все, едем до черного входа. А, кстати, нет, мы не можем сделать проще. У нас нет прав. Работы все доступны, то есть таксист, автобусник доступны с первого левела. О, нифига там, так, чувак. Вот, поэтому вы можете просто сразу получить права и уже кататься на автобусе. То есть я считаю, что это очень круто. Не надо все время горбатиться на шахте и так далее. Но если вы хотите, конечно, быстрее всего заработать это на шахте деньги или же на водолазе. Естественно. О, еще велик. Ну, я говорю, скоро мы велики уберем, потому что...
Ну, пока вот онлайн 25, да, как можно велики убрать новичкам, пешком бегать до СФ и так далее. Когда будут автобусники, когда будет уже сервер реально раскрученный. Сейчас нам осталось пофиксить маленькие недоработки. Там проблемы с цветами машин домашних. Они иногда слетают и получаются случайно все время. Но я думаю, это вообще несущественно, сраный цвет. Также скоро будет обновление. Вот ближайшее обновление, которое будет, это тюнинг для автомобилей навсегда, то есть который остается. Но это будет через неделю минимум. То есть у нас скриптер работает, сейчас там все исправляет. Вот, в скором времени все будет хорошо. Слава закажет пиар. Где-то, ну, либо до, либо после 23 февраля, где-то вот в этих днях. И все, и будет онлайн, сервер без багов. И можно будет прям реально уже играть с интересом, с большим. Но я и так играю с большим очень интересом, админю. Делаю обзвоны на лидерке. Разговариваю с игроками, помогаю им, когда у них что-то не получается. Once в репорт. Ну, хотя нет, это конечно. Но это вообще не моя работа отвечать в репорт. Это работа первых администраторов первого уровня. Таких у нас один человек. Пока что. Ну, вот сейчас месяц пройдет, будет полегче нам со Славой. Поставим античит хороший. Дальше наберем. Ну, вот кто после лидерки, допустим, Доминик или Ринальдо, вот мне очень нравится. Хорошо стоит срок свой. Он сейчас на ЭМО. Вот, если он захочет, то я ему дам админку первого левела. То есть сразу после первой лидерки на админку. Потому что нам реально нужны сейчас админы. Ну а так делать обзвон на админку сразу, а не знакомых людей ставить, чтобы они там давали мут, не всем. Это бред полный будет. Так, все. Let's go в автошколу. $500. Какой клавишей нужно заводить автомобиль? Левый контур. За городом 90. Не. Перед вами выбежал человек на дорогу в положенном месте. Остановиться и дать прохожему пройти. Ну вот. Вы хотите повернуть налево, но навстречу едет автомобиль. Ваши действия. Какой клавишей включить фары? Левый alt. Нам 4 вообще-то. Населенном пункте 60. Количество 150. Ура! Один. Так, идите на улицу. Ну, короче, один только раз я неправильно ответил. Машины здесь, видите, не как везде, а чуть-чуть получше, покрасивее. Мне вот эти вот больше прикаляются. Ехать недолго тут сдавать. Мне интересно, с ограничителем так? Нет, это без ограничителя. Капец, она медленная, конечно. Ну ладно. Нормально. Тут уже вот у игроков, видите, есть четвертый левел. Кто-то наиграл уже 30 часов, 40. Я под админкой наиграл 15, только лишь. Но я больше в моде, конечно. Копаюсь, там что-то делаю все время. Какие-нибудь обновы придумываю. Ну и обзваниваю вот игроков, то есть. Но это, блин, вообще нифига не просто на самом деле, ребят. То есть снимать, да, там пиарить сервер. И находить еще время между этим. То есть, чтобы для съемок. Вот так это капец. Все очень. Я реально устаю уже. Всех обзванивать каждый день. Ну вот, слава богу, сейчас все самые нужные фракции, лидеры-то стоят. Осталось два гетто поставить. Балос, грув.
Мой баланс отстег. И все. ВМФ там еще. И все. Остальное уже так, по мелочи. Что-то мэри, ЛВ, СФ, АП. Ну, то есть, по сути, 70% лидерок уже поставлены. Кстати, мы сделали уже сайт и форум, ссылка будет в описании на них. Ой, походу я не сдам экзамен сейчас. Вот, ссылка будет на них в описании. Заходите, регистрируйтесь на форуме. Теперь все заявки на лидерство будут на форуме. Всегда открыты. То есть чекайте его, проверяйте. Сидите на нем. Вот. Да что ж. Какое это? Ужас. Извините, пожалуйста. А, не могу прокашляться. Все, в общем, прошли мы экзамен. Видите, это очень быстро делается все. Ура, мы сдали на права. Лиц 17. Так, ну что ж, наверное, на этом все. Хотя нет, другой еще. Вот как раз у нас велик здесь есть. Советую вам сейчас начинать играть на сервере, потому что потом будет, естественно, сложнее. Так, ну что? В армию ВВС. Давайте в армию ВВС. Вступим. Как раз меня еще никто не знает. Вот GPS, кстати, у нас доступно. Вот общественные места, паспортный стол 5-8. Вот он находится вот здесь вот. Вот. Так. Ну что, го. Военкомат. Общественные места, военкомат. Кто не знает. Кто новичок? Опа. Да. Как? Заодно, кстати, и будем проверять сейчас лидера ВВС. Как раз